О, посмотри на малыша Сашу. У меня есть идея. О, знаешь ты, что булочник, булочник, булочник. Знаешь ты, что булочник недалеко живет. Какой же твой любимый вкус? Все хотят это знать. Какой же твой любимый вкус? Сложно выбирать. Забавная улыбка, немного печенья и последний штрих. Готово! Что печет нам мамочка? Посмотри ты скорей. Угощение мне забудь, ты угости друзей. О! Вот ты где, малыш Саша. У меня есть для тебя сюрприз. Нравится ей украшать, украшать, украшать. Нравится ей украшать, к столу всех приглашать. Это забавное печенье для тебя, малыш Саша. Видишь, что мороженщик, мороженщик, мороженщик. Видишь, что мороженщик на улице нас ждет. Эй, малыш Саша, иди сюда и съешь мороженое. Вкусно. Сюрприз! Кто же в дверь сейчас стучит? Кто стучит? Кто стучит? К нам разносчик постучал, он пиццу нам привез. Время подкрепиться. Вкусно! Да! Кто же взял пиццу? Всем сейчас пора поесть, всем поесть, всем поесть. Надо всем, прошу учесть, покушать перед сном, покушать перед сном. Как вкусно! Я рада, что вам нравится. Смотри, малыш Саша, полицейский участок. Не бойся, малыш Саша, полицейские просто выполняют свою работу. Привет, друзья! Добро пожаловать в полицейский участок! Смотри скорей, полиция, полиция, полиция. Я расскажу тебе сейчас, он защищает нас. Работаю в полиции, в полиции, в полиции. Я служу в полиции, я защищаю вас всех. Эй, дружок, ты хочешь узнать, как полицейские говорят «привет»? Смотри, вот так! И у него фуражка есть, фуражка есть, фуражка есть. И еще прошу учесть, что форму носит он. Да, у меня фуражка есть, фуражка есть, фуражка есть. И еще прошу учесть, что форму я ношу. Это моя фуражка, малыш Саша. Я думаю, тебе нужна поменьше. Так-то лучше. И у него машина есть, машина есть, машина есть. И еще прошу учесть, он ездит за рулем. Да, у меня машина есть, машина есть, машина есть. И еще прошу учесть, что езжу я за рулем. Это полицейская машина, малыш Саша.
Не бойся, малыш Саша. У всех полицейских машин есть сирены и фонари. Увидишь ты его значок, смотри сюда. Знай теперь, что они всегда значки на службе носят. Смотри скорей, вот мой значок, смотри сюда, смотри сюда. Теперь ты знаешь, что мы всегда значки на службе носим. Посмотри, как светится мой значок, малыш Саша. О, не волнуйся, малыш Саша, у меня есть кое-что для тебя. Теперь ты настоящий полицейский. Ты посмотри, вот наручники, наручники, наручники. И они, я прошу учесть, у всех полицейских есть. Ты посмотри, вот наручники, наручники, наручники. И они, я прошу учесть, у всех сотрудников есть. Это мои наручники, малыш Саша. Мы используем их, когда ловим плохих парней. И рация у него тоже есть. Смотри скорей, смотри скорей. И ее попрошу учесть, на службе им выдают. И рация у меня тоже есть. Смотри скорей, смотри скорей. И ее попрошу я учесть, нам на службе выдают. Это моя рация, малыш Саша. Друзья, хотите прокатиться? Поехали! Теперь мы работаем в полиции, в полиции, да в полиции. Расскажу я тебе сейчас, мы защищаем всех. Теперь мы работаем в полиции, в полиции, да в полиции. Расскажу я тебе сейчас, что мы защищаем вас. Мы защищаем вас. Ку-ку! Я тебя вижу, мама! Едем сейчас по городу мы, я и мама моя. Вновь с тобой гулять пойдем, весело вдвоем. Мы на площадку зайдем потом, я знаю, что ты ждешь.
тебя люблю, малыш. О да, в лагере футбол играю я. О да, в лагере все мои друзья. Ту-ту-ту, ту-ту, футбол, ту-ту, ту-ту, футбол, ту-ту, ту-ту, футбол. О нет, мяч попал в костер и теперь огонь распространяется. Не волнуйтесь, я позвоню пожарным. Внимание, пожарные, у нас пожар. Пожар в лесу, нам нужна помощь. Мы скоро будем. Пожарным надо бежать, это очень важно. Ведь всех быстро спасать надо от огня. Ту-ту-ту, ту пожарная машина. Ту-ту-ту, пожарная машина. Ту-ту-ту, пожарная машина. Отойдите, дети. Приехали пожарные! О да, у них есть шланг, и костюм не просто так. Он сможет защитить от ожогов их. Ту-ту-ту, ту, это шланг, ту-ту. Друзья, теперь вы в безопасности. Да! Ура! Спасибо! Быть, чтобы выше всех, тут по лестнице наверх. Ты быстро заберись и туши пожар. Ту-ту-ту. Погас, друзья! Помните, не подходите близко к огню и все предметы держите подальше от костра. Да, так вы сможете безопасно насладиться костром. Да! Мы в безопасности! О, подождите, у нас есть для вас кое-что особенное. Да! Подарок от меня победителям огня. Огонь не страшен нам, спасибо скажем вам. Спасли ту-ту, ту, мы справиться смогли, ту-ту, ту, всех спасли. Пожарный код желтый, пожар в городе. О, нам пора ехать, нужно снова бороться с огнем. Будьте в безопасности. Пока. Пока. Все мои мечты, хочу я быть как ты.
Учильным, как и ты, я хочу всегда. Вот и все мои мечты, хочу я быть, как ты. И буду я потом работать, как и ты. Вот и все мои мечты, хочу я быть, как ты. Ты все мне расскажи, ведь ты умнее всех. Вот и все мои мечты, хочу я быть, как ты. Хочу с тобой сидеть и кино смотреть. Да, так чудесно быть совсем как ты. Мне нравится всегда мой папа лучше всех, хочу с тобой я быть. Буду всегда тебя, всегда тебя любить. Оу! Слушай, дружно. Что, папа? Полетаем. Да, папа. Вы готовы? Да, папа. Значит, пора. Да, так точно. Да, да. О, смотри, это пилот самолета, милый Саша. Привет, приятель. Милый, слушай. Что, пилот? Хочешь летать? Да, пилот. Ты пристегнулся? Да, пилот. Это тебе. Врум, врум, врум. Спасибо. Милый, слушай. Что, мой брат? Хочешь прыгать? Нет, мой брат. Ты уверен? Да, сестра. Это тебе. Да, да, да. Что, мама? Ты боишься? Да, мама. Будешь кушать? Да, мама. Это тебе. Ням, ням, ням. Милый, слушай. Что, папа? Тебе скучно? Да, папа. Смотри в окошко. Да, папа. Там облака. Да, да, да. Пассажиры, мы готовимся к посадке. Пристегните ремни безопасности. Спасибо. Милый, слушай. Что, мама? Ты пристегнулся? Да, мама. Ты готов? Да, мама. Только держись. Да, да, да. Да! Ha ha ha!
аквапарк. Не забудьте про крем от солнца и про надувные нарукавники. Здесь вы можете играть на солнце и веселиться в воде. В аквапарке надо кушать и отдыхать тоже. Четыре малыша в воде хотят играть, им так чудесно вместе всем отдыхать. Но из-за жажды один ушел, осталось лишь три довольных малыша. Да! Пить очень важно, Соня, особенно когда ты играешь на солнце. Три малыша в воде хотят играть, им так чудесно вместе всем отдыхать. Один замерз и решил уйти, остались лишь два довольных малыша. Отлично! Если ты замерзла и решила погреться на солнце, не забудь про солнцезащитный крем. Да! Два малыша в воде хотят играть, и им так чудесно вместе всем отдыхать. Один устал и решил уйти, остался один в бассейне наш малыш. Мороженое такое вкусное! Хорошо! Палатка готова, ребята! Вы готовы? Нет! Свет! Я схожу за печеньем и молоком! Много лет назад огромный страшный жил волк. Громко рычит и глаза горят. Встрече ты будешь не рад. Посмотри, как темно. Мы одни в темноте. Слышу шум, кто за дверью там? О, нет, нет, не страшен ты нам. Что там таится?
Там нет никаких чудовищ. Дома мы в безопасности. Очень я боюсь. Ты не уходи. Нет, нет, нет. Тут постой. Будешь рядом со мной. Что там за? Что-то там есть. Все ближе, ближе он к нам. Все так страшно для меня. Ведь шум не придумала я. Кто там шумит? Это лишь веточка. О, фух. И нет чудовищ, лишь огни. Не бойся, мы тут одни. Давайте пойдем спать. Там никого нет. Мама, это ты? Конечно, я. А кто же еще? Спокойной ночи, милый. На детскую площадку едем мы. Эти развлечения нам нужны. Пристегнись и улыбнись, мы будем веселиться. Скорей ты прокатись, мама и папа смогут помочь тебе. Убегать нельзя, только прочь, мы будем веселиться. Поднимись высоко, поднимись высоко. Но не убегай ты далеко, будем веселиться. На батут заберись, прыгай вверх, прыгай вниз. Но сперва, милый Саша, все мы снимем обувь. Ты раскачайся посильней, папа поможет стать смелей. Только без слез и не переживай, ты сильный, милый Саша. Надо в бассейне поиграть, мяч друг друга покидать. Не будем больше мы скучать, мы будем веселиться. Любим вместе мы играть, бегать любим мы скакать. Снова поедем скоро мы на детскую площадку. Смотри, какая классная парикмахерская. Не хочешь ли постричься? О! Я очень рад, что вы к нам пришли. Здесь стрижку можно сделать. Здравствуй, здравствуй, милый малыш. Я мастер умелый. Вот сюда прошу присядь. Будешь высоко. Стул вращается легко. Это чудесно. Акуленок ду-ду-ду-ду-ду. Акуленок ду-ду-ду-ду-ду. Акуленок ду. Это твоя песня.
первая стрижка, малыш? О, первая стрижка! Такое особенное и веселое событие! Посмотри, что нужно мне. Здесь ножницы, расческа. Я волосы твои намочу и сделаю прическу. Страхи вовсе ни к чему. Можешь мне помочь? Ты подержишь спрей с водой, я возьму расческу. Бывают разные прически. Коротко ду-ду-ду-ду-ду-ду. Локоны ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ирокез ду-ду-ду-ду-ду-ду. Можем так. Подстригу ду-ду-ду-ду-ду-ду. Подстригу ду-ду-ду-ду-ду-ду. Волосы ду-ду-ду-ду-ду-ду. Подстригу. Ну что, малыш, а сейчас ты готов к стрижке? Будем стричься мы сейчас, ты выбрать стульчик можешь. Не волнуйся, милый малыш, буду осторожен. Стрижка будет хороша, просто мне поверь. Если хочешь посмотреть, это же не сложно. Ух ты! Подстригу ду-ду-ду-ду-ду-ду. Причешу ду-ду-ду-ду-ду-ду. Подстригу ду-ду-ду-ду-ду-ду. Причешу. Страху нету, ду-ду-ду-ду-ду, страху нету, ду-ду-ду-ду-ду, страху нету, ду-ду-ду-ду-ду, страху нет. Ну а сейчас ты готов к стрижке, малыш? Станешь ты как Супермен, я плащ тебе надену. И прическа так хороша, будет непременно. Если хочешь мне помочь, спокойно ты сиди. С этим, малыш, ты без труда справишься, наверно. Все прошло, да-да-да-да-да-да. Хорошо, да-да-да-да-да-да. Все прошло, да-да-да-да-да-да. Хорошо. Малыш Саша. Ха-х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 а-